Хейо, друзья, всем привет! И с вами Дурацкий Крутой. И Кэнди Чужая. Сегодня мы поведаем вам о темном, жестоком мире, где границы между добром и злом размыты, а суд вершит меч и холодный расчет. Представляем вашему вниманию историю о девушке Клэр, которая бросила вызов злу, хотя и сама отчасти стала им. Добро пожаловать в беспощадную вселенную Клеймор. Создателем манги и концепции персонажей является японский мангака Норихиро Яги. При создании своего произведения его мотивацией было желание выразить скопившиеся эмоции, поэтому мир, описанный им, полон мрачной атмосферы. Эта манга послужила неким мостом между автором и читателем, через который он дает возможность заглянуть внутрь самого себя, погрузиться в ту темноту, через которую прошел он. Также известно, что мангака не планировал продлевать свое произведение. Манга должна была закончиться примерно на шестом томе и быть реализована не более в 10 главах. Позднее, в 2007 году, его работа была экранизирована студией Madhouse, а на кресло режиссера сел Хироюки Танака, который известен по таким работам, как «Атака Титанов» и «Хеллсинг». Аниме включает в себя 26 эпизодов и полностью повторяет основную сюжетную линию. А манга на данный момент закончена и имеет 27 томов и 155 глав. Есть небольшие расхождения между аниме и мангой, так как при старте адаптации последняя еще находилась в стадии реализации. Но в конечном итоге Madhouse сделали приемлемую концовку, хоть и не идеальную. В неком альтернативном мире эпохи раннего средневековья существуют йома, чудовища, пожирающие людей. Они виртуозно принимают облик своих жертв, не выдавая свою истинную сущность, и в то же время полностью превосходя по всем параметрам. С целью борьбы с ними было создано оружие под названием Клеймор. Это странствующие воительницы, полулюди, полуйома, но среди народа их также называют серебряноглазыми ведьмами. У них есть свое руководство, и подчиняются они напрямую таинственной организации. Каждую из девушек курирует человек в черном, который предоставляет им нужную информацию о заданиях и все необходимые ресурсы, а также именно он забирает деньги за выполненное задание, которое уходит на обеспечение организации. Однако, если тот или иной город отказывается платить за работу, то организация более с ним не сотрудничает, и йома, обычно быстро узнающие об этом, уничтожают его. Все клеймор выращены из детей, в чье тело были внедрены плоть и кровь йома, поэтому они способны чувствовать потоки магической ауры и таким образом находить самих монстров. Так как мужчины при получении силы йома быстро поддавались искушению, все нынешние клеймор – женщины. Они не стареют и могут умереть только насильственной смертью. Обычные люди побаиваются их, несмотря даже на то, что клеймор запрещено убивать людей, и нарушение этого правила сурово наказывается. Клеймор, так же как и йома, для сверхъестественных действий используют йоки – магическую силу. При частом использовании йоки, клеймор, в конце концов, становится полноценным чудовищем, более сильным и опасным, чем обычные йома. А этот процесс называется пробуждением. Что касается внешнего вида, то каждая воительница носит бледно-серую обтягивающую униформу. А так как клеймор способны изменять свое тело, для удобства у них есть черный растягивающийся материал, повторяющий любые деформации тела. Поверх этого они носят броню, металлические ботинки до голени, большие наручи, наплечники и латную юбку с набедренными щитками. Также у них есть короткий плащ, а на шее знак с индивидуальным символом, который присваивается в организации каждой из клеймор. Клэр является одной из главных персонажей манги и аниме. В организации она занимает 47-й ранг, который является самым низшим.
Но несмотря на это, Клэр смогла обрести значительную силу и оказалась одной из немногих клеймор, сумевших вернуться в нормальное человеческое состояние после пробуждения. Клэр – единственная, кто пришел в организацию по собственной воле. И в отличие от других клеймор, она не полуёма, а лишь на четверть. В ее тело вместо плоти чудовища вживили плоть другой клеймор – Терезы. Ведь в свое время именно она спасла Клэр от Йома, который длительное время издевался над ней. Клэр использует технику, позволяющую ей атаковать мечом с необычно огромной скоростью, из-за чего даже очень опытные и сильные клеймор не способны его увидеть, не говоря уже о возможности защититься. Также она научилась окружать свое тело оболочкой из энергии Йоки, и благодаря этому Клэр может улавливать малейшие движения, даже вне поля своего зрения, и способна наносить точные атаки, неожиданные для противника. В опасных странствиях Клэр сопровождает спутник под именем Лаки. Когда-то мальчика изгнали из деревни, предположив, что он может быть Йома. Ведь чудовище пряталось под видом его брата, а значит, по их мнению, могло повлиять и на него. Клэр быстро вычислила Йома и расправилась с ним, но она осуждала решение жителей выгнать ребенка и, поддавшись человеческим чувствам, взяла его под свою опеку в качестве походного повара. Поскольку Клеймор является представителем мрачного фэнтези, то все оформление и эффекты работают на атмосферу. Приглушенные краски, мрачные пейзажи, проработанные поединки и отлично прорисованные персонажи. Города серые и грязные, а монстры грозные и отвратительные. Сами персонажи нарисованы в более реалистичном стиле, чем обычная японская 2D. Меньше глаза и более пропорциональное тело. Поскольку аниме вышло в 2007 году, а манга закончилась лишь в 2014, при ее создании у студии Madhouse возникла проблема. А что делать с концовкой? Ее же попросту нет. Нужно было придумывать свою. Получилось ли это у них? Лишь отчасти. Хироюки более-менее успешно соединил линии всех персонажей в одном месте. Также был устроен хороший и эпичный финальный бой с главным боссом. В меру добавили и драмы, и напряжения, и трогательных моментов. Историю полностью не закончили, но остановились на окончании своеобразного первого акта, и эта часть повести успешно завершена, а следующие не за горами. Также, поскольку обозреваемое аниме затрагивает лишь меньше половины одной большой истории, то на многие вопросы ответы так и не были даны. В остальном же Дарки вторжение в Пиету аниме-адаптация хорошо и с незначительными отличиями повторяет оригинал. Далее ход событий существенно разнится. Что мы имеем в итоге и что нам сумел показать режиссер? Мы имеем отличный дарк фэнтези с историей, полностью отвечающей всем канонам жанра. Со своими плюсами и минусами. Первым можно отнести интересных и ярких персонажей, развитие героев как и в личном плане, так и их отношения. Отлично реализованную гнетущую атмосферу мрачного фэнтезийного средневековья, отчасти напоминающего Берсерка. Ко вторым можно отнести самостоятельно придуманную концовку, вызвавшую сильную неприязнь к одному из главных героев. Также присутствует недосказанность, так как это всего лишь часть истории, и продолжение есть только в манге. В целом, достоинств гораздо больше, чем недостатков. Если вам нравится подобный жанр, то смело приступайте к просмотру. Спасибо за внимание, а с вами были Дурацкий Крутой и Кэнди Чужая. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на YouTube-каналы. Всем удачи и пока!